Операция «Должник» под таким условным названием на Ямале проводится оперативно-профилактическая акция. Она продлится до 20 мая. Ее цель – взыскание штрафов за административное правонарушение с граждан, которые отказываются платить за правонарушение. За уклонение от исполнения административного наказания предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. Чтобы избежать наказания, сотрудники дорожно-постовой службы напоминают, административный штраф должен быть уплачен в полном размере не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.